Всем доброе утро, добрейшего. А я сегодня начинаю свое утро с готовки еды. Вчера потушила мяско, говядину. Сегодня ее только вот обжарила. И хочу приготовить жаркое. Жаркое буду делать без морковки, просто лук обжарю. И специи с картошечкой. Сын морковку очень любит сырую, а вот в чем-то терпеть не может. Да, сын? Да. Вот он стоит. Поздоровайся. Привет. Угу. Ну вот, забросила лучок. Сейчас обжарим лучок на золотистой корочке. И буду класть морковочку. Хочу сегодня еще пирожочки сделать. Как помните, у меня лук. А лук начинает уже перерастать. Сегодня я хочу его весь срезать и приготовить пирожочки с яйцами и с луком. Ну вот, лучок обжарился. Сыпала картошечку, залью сейчас водичкой. И все. Так, слегка, чтобы прикрывало. Добавлю туда потом зелени, укропчика, лавровый лист, специи, какие любим. Я люблю базилик. И все. Сейчас минут 30. И вот такое вот картошка тушеная будет готова. Ну, на говядине, я думаю, будет вкусно. Ну, обычно, конечно, я ложу сюда и как он, перец болгарский и морковочку. Но в этот раз решила не класть. Ну вот, столько у меня лука получилось. Приготовлю сегодня пирожочки. Все срезала. Сейчас полью хорошо водичкой и поставлю. Я думаю, еще 23 февраля еще выращу один раз и все. И на этом хватит. На окрошечку. Ну вот, начинаю замешивать тесто. Уже много раз показывала. Ну, может, кому-то будет полезно. Так, пачечку дрожжей. Где-то пол столовой ложечки соли и чуть больше половинки сахара. Так, все перемешиваю, чтобы все наши ингредиенты перемешались. И выливаю воду. Вода у меня из-под крана. Мне не к спеху тесто, поэтому она у меня холодная. Потому что приду только вечером теперь готовить свои пирожочки с яйцами, с луком, с яйцем. Так, добавляю сразу немножечко масла растительного, так, ложки 2 столовые, и перемешиваю. Тесто должно быть не густым на пирожочке. Чем воздушнее тесто, тем вкуснее пирожки. Вот такое тесто получается. Это не жидкое, это нормальное тесто. Сейчас мы его хорошо вынесем. Так, надо, чтобы висел, вот это вот отлеплялось. Видите, отлепляется. Так. Сейчас хорошо вымешу в чашке, потом руками минут 5. И достаточно. Ну вот мое рагу и приготовилась. Ну, не рагу, а тушеная картошечка. Вот такая вот. Добавила сюда еще зелени. Мяско все внизу. Угу. Ну вот, прискакала домой. Вот такое тесто у меня поднялось. Отработала еще денечек. Вот такое пушистое всегда получается. Сейчас буду жарить пирожки. Видите, какое пузыристое. Ну вот, девочки, пирожочки пожарила. Целая большая чашечка. Это с луком, с яйцом. А сын любит с повидлом. С клубничным. Вот такие они, конечно, не очень красивые, но зато очень вкусные. Всем приятного аппетита, кто кушает. Ну вот, наконец-то настал этот час. У нас уже поздно. Время почти 10 часов. Ну,
Думаю, похрущу, прям не могу терпеть. Пахнет побелкой. Запах после дождя. Вообще обалдеть можно. Это у меня курабье. Говорю, у меня аж оскома такая стоит, прям хочется, скулы сводит. Что-то он мне полюбился. В последнее время я его только и хрущу им. В общем, курабье. Кусочек. Вот он вроде бы сухой, но когда его долго жуешь, крупиночка так растворяется, он становится прям такой сливочный. Уже не знаю, что ставить. Сегодня лучок срезала на пирожки. Заставка поменялась. Люблю вот набивать полный рот, чтобы прям ее много было, так в этой массе меловой. И долго-долго разжевывать, смаковать.